Всем здорово, друзья! Меня зовут Михаил Халецкий. Это видеоблог с Красной площади. Видите, погода здесь просто шедевральная. И прямо сейчас мы идем на пресс-конференцию к Сергею Кудрявцеву. Это были Библия, во-первых. Во-вторых, для нас, как русскоговорящих, это был, разумеется, Александр Сергеевич, наш и все Пушкин. С недавним дырой, да. Вот. Ну и как бы третий, просто книга, которая... Это книга, которая вам подойдет. То есть вам нужно перечитать всю литературу, найти ту книгу, которая вам подойдет. И она и станет той самой третьей книгой, которую и надо. Ну, а может быть, даже вот эти три вещи, да, что Библию, что Пушкина, что некую третью книгу, нужно читать постоянно и всегда находить новые смыслы. Ну, а мы идем на саму площадь, посмотрим, что там и как. Черт. Ну вот, друзья, продолжаю бродить по Красной площади. Успели мы с Полиной Читалочкой взять небольшое интервью у Сергея Лукьяненко. Его вы сможете увидеть на канале книжного интернет-магазина «Лабиринт». Плюс там же будут ролики с представителями других издательств, которые расскажут про свои новиночки. Да? То, что можно почитать летом, про Стивена Кинга. Ну, хотя нет, про Кинга это будет Полина рассказывать. У меня же будет в том числе ролик про «Семь жизней» Захара Прилепина. Если читали вы это его произведение, пожалуйста, напишите в комментариях, понравилось ли оно вам. Вот, собственно, очень ветрено прямо сейчас на Красной площади, прямо таки до безумия. Вот, прямо камеру сейчас со стабилизатора снесет к чертям собачьим. Ну а сзади меня вы можете наблюдать то, как именно выглядит Красная площадь, заставленная книжными стеллажами. Вот, сейчас попытаюсь вам дать чуть больше понимания того, как все это действительно выглядит. Ну что ж, друзья, наверное, это последняя запись на сегодня в видеоблоге с Красной площади. На самом деле, ее могло бы и не быть, если бы мы продолжили делать, да, Полин? То самое, что только что делали, нас чуть было уже не начали забирать, вызывать соответствующую охрану, но благо все закончилось хорошо. Что именно мы делали, вы узнаете совсем скоро, наверное, это будет отдельный анонс у меня, собственно, на канале. И... Друзья, будьте осторожны с органами, относитесь уважительно к людям, которые полицейские, они просто делают свою работу, и они делают ее ответственно. Не понимаешь, что такое видеоблогинг. Да, 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 с этим небольшие бывают недопонимания. Ну а я с вами прощаюсь, и Полина, полагаю, тоже. Спасибо, что посмотрели это видео, и по ссылке в описании вы сможете посмотреть видеоблог Полины. Да, вот, посмотрите. Вот да, да, мои щи там тоже будут мелькать. И еще раз большое спасибо за просмотр, читайте хорошие книжки и оставайтесь на связи. Всем пока. Сейчас, друзья, на вашем канале был очень херово исполненный Кафка. Не покупайте такие значки. Воздайте дань памяти писателям как-то по-другому, покрасивее, покачественнее.